Любите котиков? На границе между Чехией и Австрией, на окраине австрийского городка Хардек, живут дикие кошки. Сейчас их тут только две – самец Карла и самка Фрида. В 50-х годах прошлого века этот вид кошек считался в Австрии вымершим. Однако в последние годы в национальном парке Таяталь такие животные стали появляться снова. Так что встретить их, в принципе, можно и в дикой природе, не только в вольере. Правда, по виду дикие кошки не слишком отличаются от домашних. Меня удивило, что по размерам они могут быть даже меньше домашних кошек. В загоне национального парка дикий вид доживает до 15 лет, а на воле максимум до 7-10 лет. Попасть к кошкам не попадешь, потому что они вот за такой вот сеткой, ну и кое-где есть стекло. Но наблюдать за ними все равно довольно комфортно. Есть такая полукруглая, не знаю, вольер, ограда. А так они могут еще куда-то ходить. На воле дикие коты питаются в основном мышами, иногда птицами, ящерицами, кроликами, не брезгуют лягушками и насекомыми. А мы приехали в парк специально посмотреть на кормление диких кошек. Мы посмотрели, как кормят диких кошек. Им дают по 7 порций, по 7 куриц на каждую, ну, маленьких таких цыплят. И раскидывают их здесь, значит, в самых интересных местах. Куда-нибудь в дупло могут закинуть, на дерево, на пенек. Даже тут здесь где-то под камнем лежала курица. И эти котики должны найти и съесть свою еду. Заодно нам показали небольшой фильм на немецком. В самом здании можно было узнать, кто еще водится в лесах национального парка Таяталь. Рядом с кошачьим загоном находится детская площадка. Чаще всего тут явно нравится папе. Тут столько камушков таких красивых. Можно даже на море не ехать. Не, на море надо ехать все равно, но камушков наберемся. В вазоны. Все в вазоны. Значит, а сейчас туториал, как открыть желудь. Берете желудь. И открываете. И сжимайте его. Потом вот так вот вы можете покрутить, и все, он уже потом сам откроется. Яичка такая, угу. Да. И вот у вас получается очень плохой желудь. Плохой. Плохой. Ну, Сашке тут тоже есть чем заняться. Тут вон тут детская такая площадка. Крутая площадка. Вот бы у нас такая была. Да? Возле дома. Ну, и Янечке там тоже, судя по всему, нравится. А мне больше. Подписывайтесь на канал «Подорожники», ставьте лайки и расскажите, кого вы любите больше – собак или котов.